женщину будет играть с родителями, будет играть с дедами и бабушками, и все вместе. И вот этот турнир доказывает еще раз, что шахматы не так. Это очень приятный вяночный турнай, а на том я найкращее, что шахматы не познают такого раздела, что можем играть все это сполу. Старые родичи с внуками, с родичами, а все это разумеют. Akcia pokračuje aj o niekoľko hodín ešte ďalej pri hrade. Bude tam zápas, exhibičný zápas, kde má Miroslav Šatanov, to je medalista z majstrovstva sveta, štvornásobný s Dankou Partekovou, to je členka Medzinárodného olympijského výboru a medalistka z olympijských hier. Takže ako sa teší aj celkovo, čo znamená aj takáto vec pre ňo? Skoro program bude predĺžať pokazateľnej hry, ktorá prejde s účastím zviesnej Slovakie. Спортсменов, как вы к этому относитесь, чего вы ожидаете? Ну, это замечательный повод еще раз рассказать о шахматах, познакомиться, поздравить олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Я то виникаю, что приложит с СОЗО знамить с теми то людьми, а особенно заблагожелать, а и чемпионом. И замечательно, что мы все это проводим в исключительных залах, в исключительных местах, исторических местах. Є вельми пекне, що то все це одогрява в історичних будовах, які самі у себе сукрасні. І ще це, звісно, благодаря тому, що шахмати сьогодні варіюються на найвисокому рівні. І во главі всього стоїть представник парламенту. А то є вдяка тому, що шах зараз підпорує на той найвищий рівні, а президент Народної Ради має то під своїм патронатом. Наскільки ми знаємо, Андрій Данко шахматом не тільки в останні роки обратився, но он в детстве еще учился играть в шахматы и с детства ценит эту игру. А насколько вем пан Данко санел, он сейчас начал заобирать о шах, але игра с детства, а Мара тут игру с детства. Я уверен, что шахматы ему помогут в жизни, потому что шахматы учат спокойствие, контроль над собой в самых тяжелых ситуациях, а в политике они случаются каждый день, как я понимаю. А є вельми добре, лебо правий шах учиться овладати, а політика то правий вижадує. Môžu sa opýtať? Zapýtať, prosím vás, či sa môžem opýtať na aktuálnu tému ohľadom dopingu v Rusku, lebo je bola tá kauza. Môžem li byť vás spresiť na aktuálnu tému o dopingu v Rusku? Ja считаю, že to je všetko veľká provokácia. Dobre, čiže môžem sa opýtať? Možno, ne? Tak. Tak práve preto dneska prešne vyšlo rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru, že Rusi nemôžu 4 roky usporiadavať žiadne vrcholné podujatia a ich športovci nemôžu ani na olympijských hrách byť pod vlajkou Ruska, čiže ani vlajka Ruska, ani hymna Ruska nebude. Takže aký, čo to vlastne, ako to vnímajú? Я считаю, что это вообще часть большой политической провокации, которая уже не один год идет против России. Я думаю, что это сейчас одна большая политическая провокация, которая уже давнейшая ведет против России. Но это печально для спортивного мира, потому что это разделяет наш спортивный мир на какие-то части. А идея Кубертена была главное не побеждать, главное участвовать. И он как раз через спорт хотел объединить людей всего мира. А є тут вельми смутне, тому що головна мішленка Кубертенова була, що спорт мусить люди з'єднутися, що головне є участь. А праве так, і то веці нас розділюють. Є вельми прісне. То, що розгодно Міжнародний олімпійський вибор. Це дуже строге рішення. Взагалі, дай Бог, щоб подобне рішення не розвалили все олімпійське движення. Мам надію, що так це подобне розгодноче не поховає ціле олімпійське гноче в конечному наслідку. А ако буде реагувати Русько, лебо самозрейме мусі іст то потім зрейме, кед то не є стотожнені з тим, то розгодноті на арбітраж голову. І як тоді Росія на арбітраж голову поїде, якщо не согласна? Ну, я слышав заявлення, що Росія буде подавати апеляцію на це рішення, безусловно. Почув сам, що Русько са буде відволавати проти тому, то розгоднути урчича? Ну, знаєте, взагалі, мені кажеться, що в спортивному мірі з точки зрення законності не все в порядку. Але особливо мислим, що в тому ж світі спорту не з легіслативного глядіска не є все в порядку. Я пам'ятаю, що на Олімпіаді, по-моєму, це було в Ванкувері, зимні Олімпійські ігри, нашу команду по біатлону женську естафету сняли за полчаса до начала старта из-за того, что якобы нашли допинг.
Ja si pamätám, že vo Vancouveri na zimnej olympiáde našu ženskú reprezentáciu v biatlóne pol hodinu pred štartom diskvalifikovali, že vraj naш штафете. Да. А затем запустили уже гонку и через час сказали: "Мы извиняемся". Допинг не подтвердился. А потом, власне, уж протеки зачали, а огодину соуспроводнили, а поведали, что допинг не подтвердил, а вот было без вас. Вот, но извинения это мало, потому что команда имела все шансы стать олимпийским чемпионом, а это вообще задел на всю жизнь. Девушки стремились к этому, работали на то, чтобы стать олимпийским чемпионом, и вдруг их по какому-то странному поводу снимают, а потом просто приносят извинения. Мне кажется, не все это в порядке. А є то ото горше, що були реальні шанси стати олімпійськими вітязьми, а наші слечні се на то вельми тішили, а їм тут можливість обмітлі. А є то великий засад до їх спортової кар'єри цілково. Вот, і подобні рішення, вони, звісно, йдуть проти людей, які чесно відносяться до своєї професії, до своєму виду спорту. А так це розгоднуття смирує проти людям, хто є сучасний у своїй професії в спорті? Случаи допинга существуют, и не только в России, они существуют практически в других странах. А допинговые припады с унилом в Роскосе, с каждой краине, кстати? Ну, из-за каких-то людей, которые пытаются недобрыми методами завоевать победу, страдают честные люди, которые отдают жизнь для того, чтобы добиться большого успеха. А более некалим практикам еднотливцев потом с того терпят люди, которые сучастнят в своей профессии? Aké sú možné očakávania, že by sa to vedelo vyriešiť, alebo čo by chceli dosiahnuť, čo by sa Ruská federácia dosiahnuť, aby jednoducho mohli opäť športovci pretekať pod ruskou vlajkou na olympijských hrách majstrovstvách sveta? Možno by vy znáte, čo sa собирается сделать Россия для того, чтобы спортсмены смогли. Пока не знаю, решение принято только сегодня. Ещё не время было место в этом разговоре. Но во всех случаях Олимпийские игры становятся беднее и не такими зрелищными, если одна из главных спортивных стран исключается из программы. Але Олімпійські гри суть їм уподобнені, при тому, що одна з ведучих країн спортових тим падом є винята. В історії ми мали случаї, коли Соединенные Штаты Америки бойкотировали Олимпийские игры в Москве 80-го года, а потом в ответ Советский Союз и союзники Советского Союза бойкотировали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Ничего хорошего это не принесло. Уж мамы так это в деяных припады, когда УЕЗА бойкотовала в 80-м году Олимпийские игры в Москве, а потом Советский Союз на уплатку бойкотовал в Лос-Анджелесе, а ничего доброго с того не произошло. Možno taký rozdiel je v tomto tu, že bolo dokázané, že jednoducho ten doping bol vedený aj ruskou vládou. Takže to je možno také trošku nadsadené, že nie je to len o jednotlivcoch, ale možno o celej spoločnosti. Možno byť ešte aj po tomu, že problém vznikne to, že ten doping zviazaný s ruskou spravedlnosťou, že to nie je vedený ľudia. Neznám. Такая связь не просматривается, как я понимаю. Тяжко поведать, чтобы было так, когда ты смотришь. Ну и потом, знаете, если, скажем, норвежская команда, почти все астматики принимают медицинские препараты, которые запрещены как допинг, то значит, одним можно, а другим нельзя. Але потім виходить, що Норіану, вони мають скоро все це астматиці, а ті ліки, які беру, це допінгове, власне, так потім пречу одним є повелений, а другим ні. Je to tak, no? Ja to rozumiem. Je to presne to povinné, podľa mňa. Ja môžete aj akože asi s týmto stotožiť. Ja to zatočím, to je to prosto politické. Нет, вообще вот, знаете, мы всегда говорили, что спорт не политика. К сожалению, последние годы политика просто проникает в спорт. И это нехороший процесс. Завжди ми говорили, що спорт є мимо політики, але видимо, що найме в останніх роках наопак політика за собою до спорту, а ті тенденції не все добре. Дякую. Не дуже жаль. Да? Всього доброго.